motherfucker. What's up, ребятки? С вами канал Alligame, Let's Play Rock, это Subnautica, игра, про которую вы уже и так все знаете. Но мы продолжаем. Что, у нас задание есть. Все, приказ получен. На Аврору! Мы отправимся сейчас, собственно говоря, в каюту капитана, в которую мы с самого начала, когда еще попали на Аврору, должны были заглянуть. Но мы не смогли туда заглянуть. А почему? Потому что у нас не было кода доступа к каюте капитана. Сейчас мы получили эти заветные 4 цифры. И можно отправляться снова путешествовать в этот огромный космический корабль. Главное на рифах не сесть на мель, а я ведь могу. Интересно, что нас будет ждать в каюте капитана? Представь, мы сейчас, короче, главное не сесть на мель. А там, короче, за дверью вообще свой мир, наверное, уже. Хер знает, что там нас ждет. Короче, мы возьмем мотылька. Что включил свет, что не включил свет. Вообще, однополярно. Вот она, Аврора. И снова мы здравствуйте вообще. Да жопу, еще темно, нихера не видно. А, это мы в грузовом шлюзе, а нам дальше нужно. Да, здесь тогда на меня глист напал. Каюта капитана, ребятки, мы доперли до сюда. Ну чё, короче, да? Сейчас мы ее откроем. 26-79. Отлично, дверь открыта. Терминал базы данных. Штаб-квартира Альтеры. Спасательная ракета «Нептун». Передатчик связи дальнего действия «Авроры» отключен. Средняя задержка передачи данных на дальнее расстояние 8 часов. Отображение последних записанных передач. «Аврора». Говорит штаб-квартира Альтера. Вы должны найти прикрепленный к этому сообщению чертежи спасательного корабля, который, как мы думаем, будет способен выйти на орбиту и доставить вас до ближайших фазовых врат. Что ж, окей, а ничего другого-то мы и не ждали, ребятки. Журнал капитана. Давайте почитаем, что случилось с нашим капитаном. Ага, паукообразный похититель почек. Ага, в то время как яйца в звездных нейтральных... Вонючий корень, яйца звездных нарвалов. Что? Хотите продолжить? Нет. Отлично, теперь у нас есть чертеж ракеты. Что ж, пойдемте строить платформу Нептуна. Надо только отсюда выбраться. Потому что назад идти, знаете ли, не вперед. Можно и заблудиться. Я-то дорогу помню назад, ну, в смысле, вперед. Короче. Вчера, короче, я думал, что это был человек. Ладно. В общем, ситуация такая, если коротко, ребят, за нами сюда никто не прилетит, но нас подберут на орбите. Но мы должны собрать платформу, собрать ракету «Нептун» и отправиться на ней на орбиту, где нас уже подберет спасательная группа. Сейчас такую соберем ракету. Вот так вот просто. Меня поражает наш главный герой. Все может, и подводные лодки делает. В самом деле. А между тем никто не заметил бага, да, короче, вы видите, что происходит со мной? Это какая-то мистика, ребятки, короче, что происходит? Пишите, у кого так было уже. И смотрите, короче, везде, я, короче, везде двигаюсь, блин. Порчицу тут нанимал. Я, конечно, говорил, что я люблю, когда пол блестит, но я не думал, что она буквально так все воспримет. Хера, короче. Так, да, платформа. В общем, все ингредиенты у нас есть, сейчас будем платформу делать, ребят. У нас прям сегодня инженерный выпуск. Я думаю, да, где-то здесь ее бахнем. Так, нам нужна вот эта штука. И как мне ее собрать? Может, она собирается на какой-то отдельной херне? Входим вот туда. Это какая-то подстава. Может, она в транспорте? Да, вот, да, точно, смотрите. Охереть. Хера она огромная, ребятки, короче. Кто считает, что она плюхнется и будет много брызгать, ставьте лайк. Охереть. Вот это она, короче, огромная, ребят. Посмотрите. Охереть, у меня, кажется, есть новая любимая база. Интересно, здесь можно строить свой дом? Вот это шахта. Вот это я понимаю.
Вот это вот охереть, короче, да. И что нам нужно для того, чтобы башня подъемника Нептуна? Да, сейчас вот так вот, короче, как два пальца вообще. Охереть, ребят, посмотрите, какая огромная херня, короче. Вот это кран, короче. Вот это дыра. Слушайте, а ракетка, короче, будет не маленькая, я так смотрю, да? Судя по тому, какой тут у нас рукав, слишком будет большая. Охереть. А, это лифт, короче, нифига себе. Охереть. Вызвать лифт. А, так это вышка для... тут вода должна, или что? Это бассейн, это прыжки в вышку. Вышку? Ну да, сейчас без воды это только прыжок в вышку. В смысле? С кем ты разговариваешь? Третьим этапом, я так полагаю, мы ракету будем строить. Нихера как высоко. А вон там острова, смотрите, первый остров и второй остров, окутанный туманом. Я вам предлагаю, знаете что, в следующем видеоролике построить ракету. Ну, а у меня на этом все. Это была Субнафтика, канал Олег Геймлэтсплеймрак. Увидимся, ребятки.